Задумка была в том, что две снайперские пары с крупнокалиберными винтовками должны были разделиться, занять позиции порознь для того, чтобы перекрестным огнем подготовить плацдарм для высадки нашего основного штурмового отделения, которое, в свою очередь, дожидалось темноты, чтобы, бесшумно подойдя на лодке, высадиться и вплавь добраться до пирса, затем приступить к зачистке города. Что из этого получилось, увидите в данном ролике. Приятного просмотра. Лавкин, мы как в итоге распределяемся? Так, западный, западный. Ага, понял. Да-да. Сколько там у вас урлок красочных наших? У меня в рюкзаке лежит 3. В вертолете у нас 13 лежит. Я тебе открыл управление. 16. По 8 каждого выгрузим и все. Окей. Okay. Окей. Okay. Мне кажется, они будут сидеть в северных домах, потому что ты можешь чисто позвонить. Да, в каждом доме. Так, сейчас, секундочку. Короче, смотри, у нас кликов на оптике 30. Это на километр 800. А мне с этого острова 2 километра придется стрелять. Ну, сами тогда. Типа, я просто предложил вам лучше на северном сначала. Не, я понимаю, просто придется выносом сетки стрелять там, ну... Да, не, почему? Можно высадиться вот здесь вот, как бы за островом. Ой, не попаду, блядь. Ну вот если с этого, то да, там поближе будет. Просто с дальнего на 2 километра... Придется мы на самсетке, слишком далеко. Нет, столько кликов не хватает на оптике. Давай тогда вот новая метка Лавкина на маленьком островке. Там все-таки попробуем. Взлетайте, взлетайте, все. Они сгрузили, тут наши остались, да. Все, я поставил метку, потом вернусь. Я пошел к дороге на ровную поверхность ставить ПТУ. Давай, я пошел на позицию, я буду, если что, сейчас дам зелень. Вот между этими домиками.
Блять, ранил одного, он просто ушел. Как выяснилось, он потом, видимо, дотек за камнем, потому что килл засчитало. Шайтан. В красном доме ближайшем сидит в левом углу. На метке лавки, на ближайшей к нам. На стучке. Я по нему не попался. Тут у меня деревья, но сейчас попробую поискать. На нас? Второе слева окно, да. Ты его откуда видишь, с камня? Да, да. Вон там чел в углу. Пикай сейчас. Короче, снайпера просят работать по порту, потому что они будут действовать так же, как и это, как и раньше, будут там же высаживаться в порте. Услышали? Шейтан, да, да. Да, 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 да. Видишь? Да, да, сейчас. Я правое окно этого дома держу, если вылезет, скажите. Он бегает, сука. Я вижу, вижу, он пробежал. Сука. Я вижу, там, там опять на этом одноэтажном доме красном бегает в центре окна. Там двое. Один выбежал, один забежал обратно. Попал, попал! Убил одного. Там еще двое бегут. Чтобы вы понимали, объясню. Мы убили двоих противников в одну и ту же секунду, в одном и том же доме, но в разных окнах с разных сторон. В дом зашли или куда? Там за красным домом коричневый, вот там в нем двое. В красном этом доме двое. Они же перебегают ближе к порту. Угловой дом. А, шайтан. Коричневый, да? Сейчас поставлю. Попал. У этого чела? Да. Одноэтажный красный. В него забежал чел. Опять, что ли? Да. Ну, они все в дверь забегают, выбегают, там что-то есть, короче. Там по-любому кто-то еще сидит. Там минимум один, теперь два. Мы плывем еще, мы плывем, мужичок. А ёпту. Там шики, если бы это не ракету. Я... Прикрывайте нас, ребята, мы подплываем. Прикрывайте нас, нам вот это, где мы должны высадиться были, на желтом. Да в красном доме враги были. Коровник с кукушкой, противник, первый этаж. Справа от красного дома. Убил еще одно. КВ следующий. Второй КВ тут. Угу. Нет. Проверка. Вижу, вижу. Вроде убил чувака в красном доме. Прыгнул. Понял,
Да ёб твою мать. У тебя просто на тени на западе. Я там держу амбар, пацаны в красном доме уже. На второй этаж забежал амбарик. В амбаре на второй этаж побежал в левой части от вас. Понял. Рамзес живой? Не подавляй, я его в прицеле держу. Снимаюсь, плыву к вам. Кто стреляет? Ты что стрелял глушителем? Все, прибил, походу, последним, что ли? Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.